Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 2023 год указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Наставник. Кто он? Какой смысл скрыт за этим, казалось бы, простым словом? Свое человеческое тепло и свои знания наставники отдают людям, которые окружают их. Будь то студенты, родители или коллеги. Этот проект телеканала «Самара ГИС» о педагогах-наставниках города Самары и посвящен педагогам-гуру, мастерам, долгожителям профессии, бесценный опыт которых помог стать достойными людьми нескольким поколениям. Мудрые, энергичные, позитивные наставники, чья душа живет в радости, а сердце бьется с любовью и вдохновением. Если б не было учителя, не был бы мир так удивителен. Все готово? Поехали. Тишина в студии. Поехали! Звучит отправная фраза режиссера театрального отделения детской школы искусств номер 3 «Младость Валерия Худящего». И обычные школьники превращаются в актеров. Со стороны это может показаться просто весельем, но на самом деле на репетициях идет кропотливая работа. Собираешь газету, садишься, отдаешь. Ты забираешь газету и начинаешь свою работу. Театральное отделение в детской школе искусств номер 3 «Младость» – это место, где каждый ребенок может почувствовать себя особенным и смело проявить свои таланты, примерив любую роль. Развивает детские таланты, творческий и очень жизнерадостный человек Валерий Худящев, педагог дополнительного образования детской школы искусств номер 3 «Младость» городского округа Самара. В театральное искусство меня привел, конечно же, школьный театр. Мой преподаватель, мой первый наставник – Антонина Алексеевна Гребешкова, с которой мы начинали в этой школе, в номер 49, и в школе искусств номер 3 начинали театральный кружок. Раньше это называлось кружки, да, студии. И 9, 10, 11 класс как-то занимались, все больше и больше нравилось. И возник вопрос, а что дальше? Чем заниматься дальше? И, конечно же, ни в математику, ни в физику не особо хотелось идти. И тут вдруг мне попался еще один педагог, которого я тоже считаю наставником, Александр Тимофеевич Золотухин. Он набирал свой курс, и я решил, попробую. И поступил в Самарскую академию культуры и искусств на курс Золотухина. Это предопределило дальнейшую судьбу, потому что это прекрасный человек, который дал во взрослой жизни толчок к профессиональному занятию творчеством. Валерий начал работать в школе искусств номер 3. Вузовские преподаватели давали много интересного, и этими знаниями хотелось делиться. Тем более, было интересно поработать в несколько ином качестве с ребятами, с которыми и до этого создавали спектакли. И это был такой очень интересный этап в моей жизни, потому что мы вроде бы одного возраста, но на самом деле в теории и в практике у меня знаний гораздо больше оказалось. Поэтому я решил, почему бы нет. И таким образом закончил институт, остался здесь работать в школе искусств, начал набирать коллектив, работать с детьми. Предпочитаю работать со взрослыми людьми, детьми. Да, потому что театр – это все-таки такая вещь для взрослых. Театр для взрослых людей, детей, потому что нужно приходить в театр с каким-то внутренним содержанием. Если приходят дети, вот сейчас очень много набирают с 4, с 5 лет, с 7, и родители пихают, ой, он у меня такой артистичный. На самом деле он не артистичный, он просто у тебя балбес. Потому что он бегает, орет, что-то там мешает. Вы лучше отдайте его в спорт, чем в творчество. Потому что в творчестве нужно думать. Нужно думать, нужно осознавать, нужно применять свои знания здесь, сейчас. Поэтому я люблю работать со взрослыми детьми. Дети, которые у нас прошли обучение, это совершенно другие дети. Ну, в принципе, это может сказать любой педагог. Конечно, если они занимаются айкидо, дзюдо, теннисом, это тоже совершенно другие дети. Но творчество, оно все-таки развивает дух.
какой-то душевный стержень у ребенка в первую очередь должен быть, естественно, из семьи, от мамы, бабушки, отца, деда. Но то, что мы здесь прививаем через искусство, с ними остается на всю остальную жизнь. Потому что немногие наши выпускники идут в творческие вузы, многие технари, многие физики, математики, но то, что они прошли нашу школу, школу театра, с ними остается абсолютно точно на всю жизнь. Здесь занимаются творчеством, которое индивидуально и не терпит штампов. В этом и есть смысл театрального искусства – быть раскрепощенными. Индивидуальная работа в студии выстраивается, исходя из органики ребенка. Это внешность, голос, его сила и тембр, понимание определенных вещей. Никаких ролей на сопротивление. Сейчас это ни к чему. Это большое искусство – за минуты собраться и создать образ. Ребята все разные, но здесь они семья. Самое главное для меня – то, что дети, которые выходят из этих стен, они не обязательно становятся какими-то высокими профессионалами именно в театральной школе, но то, что они абсолютно точно становятся хорошими детьми, умными детьми, интересными детьми для сверстников и, что очень важно, для родителей, потому что сейчас очень большая проблема то, что дети не могут найти общий язык с родителями, потому что. Ну да, мы знаем эти «потому что». А здесь мы изучаем такие основы, не только театрального искусства, но и общечеловеческие основы, которые им помогут в любом случае в жизни. Аншлаги на школьных спектаклях, большая просветительская работа, поступление выпускников в театральные вузы, победы на городских фестивалях и конкурсах – все это достижения преподавательского коллектива детской школы искусств номер 3 «Младость» городского округа Самара и, конечно, его режиссера и педагога. В 2021 году в Казани Валерий Худящев стал лауреатом третьей степени в номинации «Наставничество в дополнительном образовании». Наставник, он все-таки проходит путь с ребенком от начала и ведет его, возможно, даже по жизни. То есть у меня, опять же, есть люди, к которым я могу обратиться в любое время. И это, опять же, мои педагоги, которые меня учили в институте, в школе. Я могу к ним обратиться за советом. Но, опять же, это могут быть и дети, которые становятся мне наставником, и я у них уже учусь. Это могут быть замечательные родители, которые помогают нам и говорят, а вот что. И тогда они становятся наставником. И на самом деле тогда тема наставничества, она очень глобальная, она очень интересная, она очень объемная, ну и очень богата возможностями. Возможностями для каждого человека, который в этой системе находится. Валерий Валитович – прекрасный педагог. Ребята приходят сюда не только учиться, они приходят сюда к наставнику. Он помогает им по жизни какие-то вопросы решать. И тот возраст, когда дети порой перестают слушать родителей, очень здорово, что рядом с ними оказывается такой замечательный человек, который может их направить и наставить. Такие имена есть. Сегодня был конкурс областной «Живая классика». Наша девочка, это прекрасная девочка, ее зовут Даша Машняга. Она просто великолепна. Мы ведем ее с второго класса, то есть мы знаем ее 7 лет уже, этого человека. И как она выросла вот от такусенькой маленькой девочки и до профессионала, потому что ее девятиклассницу сейчас приглашают в театр «Город» играть, и она там играла спектакли. И я считаю, что это классно. Валерий Валитович – это прежде всего не только мой педагог, но и наставник, человек, вот прям друг, с которым мы уже рука об руку идем целых 7 лет. Да, на протяжении целых 7 лет меня взяли буквально девочкой, которая ничего не умеет, которая еле выговаривает слова, и вот теперь я уже выступаю в театре «Город». И самое главное, в чем я безумно благодарна, то, что они дали мне огромный толчок для моего будущего, для моего дальнейшего развития. То есть я хочу стать актрисой театра и кино, и, безусловно, без его поддержки у меня таких мыслей даже бы не было. Он всегда говорит так, как есть. То есть если ему не нравится то, как я читаю, если ему не нравится материал, который я выбираю, то он и так говорит.
И, возможно, кому-то может показаться, что это слишком грубо или еще как-то, но я считаю, что это огромный плюс говорить человеку в лицо то, что он правда заслужил. Но, тем не менее, когда у меня все получается, то меня хвалят, и мне это очень нравится. Педагог, на которого стоит и нужно равняться, это тот педагог, который может за собой повести. Это педагог с большой буквы, это педагог-наставник, который вокруг заражает всех своим позитивом, своим творчеством. Театральная студия – это отправная точка, с которой начинается приобщение к культуре. Ученик Валерия Худящего Макар Добров разделяет взгляды своего наставника. Мне очень нравится это. Эти занятия помогают мне реализовывать весь свой творческий потенциал, и творчество наполняет меня жизненными силами, помогает справиться во все минуты жизни. На протяжении последнего времени очень сложный период. Я пошел в 10 класс, и уже нужно думать о поступлении. И благодаря поддержке Валерия Валитовича, я в том числе, благодаря его поддержке, я смог поверить в свои силы и перестать сомневаться в том, что я все смогу. Ребята могут погружаться в разные эпохи. Например, вот сейчас они поставили спектакль 50-х годов, жизни 50-х годов. Попало ли бы в других условиях, да, в их информационное поле та жизнь и те нюансы, которые они узнали в этом произведении, и им удалось там сыграть, отразить именно там. В репертуаре театра «Шинель» и «Ревизор по Гоголю» много спектаклей на военную тематику. Хорошая постановка получилась по истории жизни ветерана военной контрразведки Константина Стычкова, чье имя носит школа номер 49. За нее студия получила первое место на федеральном конкурсе. Еще ребята постоянно снимают видеоролики, стихотворения, прозаические произведения, отрывки из спектаклей, монологи. Никакой работы в стол. Каждый творческий шаг на виду. Я очень люблю свою работу. Я очень люблю общение с детьми. Я очень люблю общение с родителями, со взрослыми. Для меня это такая большая отдушина. Работа в команде, работа с моей женой, да, в команде, она дает огромный стимул, огромный какой-то потенциал в этом вижу, развитие, что действительно эта педагогическая деятельность, она начинается, и она никогда не заканчивается. Потому что ты придумываешь, приходишь домой и говоришь, давай вот это, давай этому текст, давай что-то этому текст, давай на этот конкурс, туда-сюда. Поэтому я хочу только одного, чтобы вся театральная жизнь Самары, она, во-первых, развивалась, не заканчивалась, она не была сконцентрирована где-то там в определенных точках, да, она чтобы была повсеместно, чтобы зритель, а мы в первую очередь работаем на зрителя, ходил, чтобы он любил театр, и чтобы дети, которые к нам приходят в студию, вырастали настоящими людьми. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.